Как вернуть молодость коже рук? Давайте обратим внимание, какие составляющие у нас есть при оценке состояния лица. Что мы описываем в карте? Это состояние кожных покровов, это тонус мышц и это состояние костной ткани. Все это должно быть в норме. С чего бы я рекомендовала начать? Это с гимнастики для рук. Прежде всего, это вот сжимательные движения. Не просто так в фитнесе очень часто используются эспандеры, которые обеспечивают тонус мышц. Если мышцы находятся в тонусе, то форма кистей у вас будет сохранна достаточно долгое время. Также не забывайте вовремя сдавать анализы для того, чтобы определить, каких веществ у вас не хватает в организме. К примеру, кальций, витамин D и другие микроэлементы, которые говорят о том, есть или нет у вас остеопороза. Потому что молодость наших костей, она, безусловно, зависит от химического состава нашего организма. Если мы говорим по поводу кожи, то какая кожа считается молодой? Это прежде всего гладкая, ровная кожа, без морщин. Та кожа, которая увлажнена, насыщена влагой. И та кожа, где минимальное количество отечных явлений. Итак, по поводу отеков, еще раз напоминаю, что у нас есть замечательное средство, которое называется эспандер, который обеспечивает силу мышц, а также с помощью сдавливающих движений мы активируем нашу лимфатическую систему, лимфоотток. Если мы говорим по поводу косметологических процедур, то это, конечно, мезотерапия, биоревитализация, это аппаратные процедуры, игольчатые РФ, лазерная шлифовка и, естественно, контурная пластика. С помощью биоревитализации мы увлажняем, питаем кожу и улучшаем цвет кожи. С помощью контурной пластики, вводя ее между косточками, мы маскируем выступающие вены, которые также говорят о возрасте. Хочется сказать, чтобы улучшить состояние внешнего вида наших кистей, нужна комплексная коррекция и комплексный подход к своему здоровью и к своей внешности.